Это карта Махачкалы из космоса. Синим отмечены пользователи Android, красным iOS. Данные 2019 года. Теперь же картина выглядит иначе. Заметно, что за 3 года ситуация кардинально изменилась. Об этом говорят и результаты исследовательских компаний. Так, Махачкала вошла в топ городов с наибольшим количеством айфонов. Мы решили спросить у горожан, какому телефону они отдают предпочтение и почему. Не, у меня сейчас самого Android. Ну, Android, он... Я заметил, буквально там год-два проходит, и он уже начинает моросить. А я iPhone купил, и все. Экран приятный. У него камера намного лучше, чем у андроида. Он не моросит, и, в принципе, он очень удобный. Я скажу, самый беспонтовый телефон iPhone. А у да? меня он был, почему? Да. Почему? Он жесткий. Вот так взял, перезагрузил, все данные слетели. Ага. То есть вы не... Это просто понты. Каким телефоном пользуетесь вы? Почему? Не знаю, удобный по работе, удобный тоже. Самсунги тяжело мне. Привык с самого начала с айфоном. Все пользуются этим, поэтому я тоже пользуюсь этим. А я пользуюсь вот таким кнопочным этим. Ага. Пользуюсь пока. Пока у меня Sony, а там, если деньги будет побольше, ага. если будет им побольше деньги даст, я попробую побудь это айфон купить. Камера привлекает больше всего и удобно. Как сказать? Ну, не думал его как приобретать, вообще не задумывался. Я пользуюсь тем, что есть. Отношение жителей столицы к бренду iPhone самое разное. У каждого свои субъективные причины покупать технику яблока или отказаться от нее. Эксперты, в свою очередь, отмечают объективное преимущество Apple. Потому что они более долговечны, нежели телефоны других брендов. У них есть много функционала для камеры, для игр, у них мощные процессора. Много софта от разработчиков других, можно редактировать фотографии, видео и так далее. Например, те, кто предпочитает в Инстаграме работать, они берут в основном iPhone, потому что, например, выложить какой-нибудь пост, историю и так далее, это будет лучше всего выглядеть на iPhone. Есть у iOS и своя категория пользователей. Так, по данным сервиса Beeline Analytica, больше всего айфонов у клиентов в возрасте до 25 лет. Абоненты же средней возрастной категории используют телефоны фирмы Apple меньше, таких всего 15%. Скажите, пожалуйста, какая категория все-таки предпочитает? Молодежь. Молодежь и средний статистическим возрастом люди, наверное. Они приобретают в кредит, кто-то там в рассрочку. Ну, потому что у нас как, и не только в Дагестане, в России поддержки встречают, по-моему, провожают. Наверное, из-за этого. Как выяснилось, владельцы iPhone потребляют и на 17% больше мобильного интернета, чем пользователи девайсов других брендов. В регионах юга России чаще всего абоненты используют 7-е айфоны. В других же субъектах самым популярным оказалась 11-я модель. Патимат Ханатова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала.